Яркий, в буквальном смысле, эксперимент провели на борту МКС. Чтобы испытать новую видеокамеру, имеющую большое разрешение, решили запечатлеть поведение воды в невесомости. Парящие капли образовали водяной шар, ну а потом для зрелищности участники экспедиции стали окрашивать его в разные цвета, а в завершение еще и добавили шипучести. Шар немного увеличился в размерах, но не потерял форму. Планируется, что теперь с помощью новой камеры космонавты смогут с большей четкостью снимать и другие научные эксперименты. Редактор